Новая качественная спортивная площадка 1 сентября будет ожидать учеников лицея номер 3. Уже установлены спорткомплекс для детей младшего возраста, шагоход, лыжники, тренажеры и оборудование для занятия воркаутом. Среди лицеистов много спортсменов, а вот возможностей было маловато. Хорошей спортивной площадки здесь не было много лет, а спортзал совсем небольшой. Теперь возможность ковать спортивные кадры у этой школы есть. Уже установлено игровое спортивное оборудование, вот, подготовлено основание для установки резинового покрытия Master Fiber. Вот, конечно, небесная канцелярия нам не всегда помогает, вот, но мы надеемся, что к 1 сентября дети смогут заниматься на детской площадке спортивной. За помощью в создании спортивной инфраструктуры обратились к властям города. Месяц назад здесь произошла встреча главы Владивостока и встревоженных родителей учеников. Главные проблемы касались ограждения и строительства места спортивной подготовки. Результат можно увидеть уже сейчас. Благодаря сэкономленным средствам бюджета и договоренностям с инвесторами, новую спортивную площадку на днях ведут в эксплуатацию. Они нам помогли воплотить мечту наших учителей, наших учеников, воплотить мечту иметь хорошую, качественную площадку, вот, заниматься спортом на высоком уровне. К слову, вести здоровый образ жизни смогут не только ученики лицея. Для местных жителей, желающих приобщиться к спорту, вход на спортплощадку также будет открыт. Дмитрий Беломестнов, Станислав Лазебный, новости на Восьмом.